Перед вами Huawei TalkBand B1. Это такой вариант умных часов, но очень своеобразный Huawei. По сути, это Bluetooth-гарнитура с функцией шагомера. Соединяется с помощью смартфона на Android или iOS при помощи специального приложения. Bluetooth 4.1 до 6 дней в режиме работы, до 14 в режиме ожидания. Зарядка за 2 часа. И сейчас я вам покажу, как эта штука разбирается. По сути, устройство состоит из двух частей. Это резиновый ремешок с безумно неудобной застежкой. То есть застегнуть на руке с первого раза достаточно сложно. Здесь на кончике ремешка можно видеть USB-зарядку. Так. На устройстве всего одна кнопка, которая включает очень тусклый дисплей. Вот сейчас он горит, но вот еле-еле что-то там видно. Достаем саму гарнитуру. Собственно, вот наушник, контакты для зарядки и микрофон системы шумоподавления. Сейчас покажу вам еще ремешок. Здесь такие же контакты. Дублируется кнопка включения. И вот специальная кнопочка, которая нужна для того, чтобы вытащить устройство из ремешка. Но, в принципе, ее можно и не нажимать, потому что гарнитуру можно достать и так. Стоимость устройства 99 евро. И обещают нам, что в продаже появится, возможно, в течение месяца.